Рискованная передача Метлайфа. Могли себе гол привести. А вот контратака. Вдвоем против защитника и вратаря. Метлайфу удалось вырваться из-под высокого прессинга соперников. Не дошла передача на центр штрафной. Быстрее, поменяйся, кто устал, пожалуйста, ребят. Леха не играл. Тот-таки мяч вышел за линию. Да, порог. Опасно сейчас было. Просила здесь передачу на дальнюю. Слишком велико, видимо, желание забить. Саша, давай! Молодцы! Молодцы, молодцы! Первый тайм, да? Да. Саша, мини! Очередной перехват Сбербанка. Ну, нельзя постоянно бить, нужно же делать передачи. Сейчас остановка в игре, сам поднялся футболист, может продолжить. Ну, в этом и нужно было удостовериться. Скидка, удар Криста Вина спасает Сбербанк страхование. Перерыв при счете 1-0 в пользу Сбербанка. Второй тайм начинается с быстрой атаки Сбербанк страхования. Напомню, они играют против Метлайф и ведут в счете пока 1-0. Там будет отложенный штраф, но сейчас нужно продолжать атаку. Ушла перспективная Метлайф. Поменяйте, кстати, название на табло. Fuck!
он с нереста просто, поэтому нету икры, да. Отметал. Без икры. Все чаще мы видим замены у Сбербанка. Вроде бы все молодые ребята, но, видимо, к сезону не набрали оптимальную форму, будут это делать по ходу туров. Серега, ходи в защиту, Серега! Классный перевод с одного фланга на другой. Удары под перекладину, мяч летел сейчас. Назад, поэтому вратарь имел право мяч взять в руки. Еще одно столкновение с участием Лунина. Сейчас получилось. Опасно и гол. Негодует сейчас вратарь, ну, естественно, его претензии обращены к защитникам. Проспали этот момент. И 2-0 теперь счет в пользу Сбербанка. Сбербанк теперь может спокойно катать мяч по своей половине поля. 4 минуты нужно еще удерживать свое преимущество. Пусть время идет. И лучше его проводить с мячом. Поэтому, ну вот, не стесняется теперь уже Сбербанк отыгрывать назад.
по центру особо туда не составляло его ныть. Очередная опасная атака от Сбербанка, но сейчас можно было и не касаться мяча, ушел бы он за пределы поля, можно спокойно было вводить его с линии. Медлайф, удар, гол. 1-2 за 2 минуты и 10 секунд до финального свистка. Ну и подвигаться сейчас, подкрываться нужно игрокам Сбера, потому что даже из аута мяч вести было непросто, некому было давать. Сели, сели, сели! Устали сейчас заметные сберовцы, игроки Метлайфа. Видно, что уже доигрывают матч. Вот у кого больше осталось сил на заключительные минуты, те и наберут очки. Вот здесь было нарушение. Итак, смотрим штрафной. Три человека в стенке. Там активная борьба идет штрафной. Удар в стенку. Медлайфа мяч остается. Желтую карточку получает игрок. Да, за аплодисменты ее тоже можно получить. И контратака Сбербанка. Штанга. Ну, здесь друг друга, да, подталкивали руками и корпусом. Если уж было нарушение, то обоюдное. 38 секунд остается. Главой. А сейчас мог быть автогол. Финальный штурм ворот соперника от MetLife.
Перекладина сейчас спасает. Хорошая передача от голкипера. Последние 15 секунд матча. Возможно, последнюю атаку смотрим. Не удалось зацепиться за мяч. Все. Счет 2-1.